Окей, для следующего фокуса мне понадобится доброволец. Вот это ты. 100%. Садись. Чувствуй себя как дома. Смотри. Сейчас что я буду делать? Вы все, может быть, если хорошо будете смотреть, может быть, увидите. Но ни в коем случае не предавайте меня, хорошо? Вы это все расстроите. Ты попробуешь меня, так сказать, поймать. Давай для начала проведем маленький такой тренировку. Хорошо? Вот смотри. Вытяни руки вперед, да, пальцами вниз, правую через левую, согни пальцем, получается? Чуть повыше, да? Вот смотри, теперь на счет три, правую поворачивай. Раз, два, три. Ладно, давай второй. Пальцы вот так, согни пальцы. Вот так, чтобы тебя кнули. Теперь пальцы вот так. Хорошо. Чуть поближе. Ниже, вот так. Сейчас что я буду делать? Я тебе объясню все очень-очень медленно и доступно, чтобы потом не было вопросов ко мне, хорошо? Ты видишь салфетку? Чем ближе я к тебе ее подвожу, тем ты ее лучше видишь, правда? Я сделаю из нее маленькую... Подойди поближе. Сделаю маленький шарик. Ставлю ее в ручку вот сюда. Закрываю. И когда я ее сожму хорошо сильно-сильно, и когда я ее открою, ты увидишь, что салфеточка полностью исчезла. Нет? Ну как не поспорил, он же большой такой.
здесь. Потому что он, в принципе, слишком большой. Он сюда, не сюда, не сюда. Смотри, смотри. Там проходит лучше фокус. У меня знакомый подарок, который, в принципе, всегда пригодится.